Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Значит, вы пишете про свекровь. Ну, отношения. Свекровь, то есть она вмешивается в ваше взаимодействие ребёнком, вот, ваше взаимодействие с мужем, вот, настраивает мужа против вас. Вот, и, соответственно, ну, довольно негативно все это. У вас происходит. Значит, я хочу сказать, да, и спрашиваете вы насчет того, чего она добивается. То есть свекровь чего добивается. То есть чего хочет свекровь. Вот. А я, честно говоря, не хочу обсуждать, чего добивается свекровь, вот, потому что, мне кажется, подобная позиция ничего хорошего, ни к чему хорошему не приведет, как мне кажется, да. Вот, мне, честно, больше кажется, что вам, ну, как бы, будет, было бы более полезно как бы поисследовать, значит, себя, да, вот, поисследовать свои ощущения, вот, поисследовать свои чувства, вот, мне кажется, это было бы очень круто, здорово и полезно вам. Ну, потому что все это происходит именно из-за того, что вы не чувствуете себя, не чувствуете своих, ну, условно говоря, своих границ, своих ощущений, вот, и свекровь, она чувствует вашу уязвимость, а вы не умеете, собственно, вы не умеете свою уязвимость обращаться, вот, то есть, как бы, правда, не правда, но, извините, искренность, она всегда более правдива. Вот. Хотя, понятное дело, что вы можете быть с этим согласны. Вот. Вот. Такой момент. Вот, ну, по крайней мере, то, что я могу вам сказать сейчас, вот, конечно, свекровь поступает, ну, не очень хорошо, но, вот, по отношению к вам, но тем не менее, либо нужно учиться отставать свои личные границы, учиться не вступать
конфликт с свекровью, вот, учиться выражать свои чувства, учиться замечать в себе и выражать, отслеживать то, что я чувствую. Вот это то, что я могу вам сказать сейчас. Ну, с точки зрения психологии. Ну, в какой-то степени повысить ваш уровень уверенности в себе можно будет в процессе психотерапии. Вот такой ответ я могу вам дать своей точки зрения, своей позиции. Вот. Да, понимаю, что вполне возможно, что вы со мной не согласитесь в этом. Вот. Чего смогу добиваться, я повторюсь, не столь важно, как важно отдавать отсчет в том, чего хочется вам, и что, в чем вы нуждаетесь, на мой взгляд. Вот такой ответ я могу вам предоставить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.